Студент-первокурсник получил благодарственную грамоту и памятные подарки от начальника Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Наримана Тузимагомедова. Азамат Идиков, житель села Индириаул Хасавюртовского района, спас 5-летнего мальчика. Магомед Расул Буташев остался в доме без присмотра взрослых. Через некоторое время в одной из комнат вспыхнул пожар. На крики о помощи и прибежал Азамат Идиков. Парень вынес ребенка на улицу. В настоящее время жизнь малыша вне опасности. Добавлю, что юного спасателя представят к награде на фестивале МЧС России, который традиционно проходит в конце года.